Адам Джарим оценил ход выполнения ремонтных работ объектов социальной сферы в Михайловском сельском поселении. В школе номер 32 производится замена старых деревянных оконных блоков на металлопластиковые. На сегодняшний день работы уже выполнены наполовину. Большое внимание в учреждении уделяется благоустройству прилегающей к школе территории. Установлены урны для раздельного сбора мусора, обустроены клумбы. В этом году обновления коснулись и Михайловского дома культуры. В рамках национального проекта «Культура» для учреждения приобретено звуковое и световое оборудование. Теперь сельский клуб станет намного уютнее. Я благодарен и главе поселения, команде вашей, депутатскому корпусу, куратору вашему, депутатам законодательного собрания, которые оказывают вам помощь, особенно жителям. Поймите, вот всегда президент нас призывает, чтобы развивать сельские территории. Губернатор об этом часто говорит. Вот, пожалуйста, вот результаты этих призывов вот сегодня налицо. Школа, садик, амбулатория, все в шаговой доступности. Пожалуйста, занимайтесь спортом, отдыхайте, парк. Все, вот для села это самое высшее наслаждение. Далее глава района посетил Львовское сельское поселение. В этом году удалось отремонтировать братскую могилу 26 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. На мемориале заменили плитку, отремонтировали постамент. При реставрации была сохранена верхняя часть первоначального памятника и сама фигура солдата. Благодаря краевой программе нам удалось отремонтировать памятник воину-освободителю. Мне хочется от всех жителей нашего села выразить огромную благодарность губернатору края Вениамину Ивановичу, Адаму Шахметовичу, нашему главе района, за помощь, за поддержку. Это священное для всех львовчан место будет всегда находиться в чистоте и в порядке. Ну и у подножия обелиска будут всегда живые цветы. Спасибо всем, кто принимал участие в этом важном для нас мероприятии. Районный руководитель посетил и строящийся в селе спорткомплекс. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы. Проехал Адам Джарим и по улицам поселения. В этом году в Львовском заасфальтировали дорожное полотно по улицам Комсомольская и Красноармейская. Это стало возможным благодаря участию в краевых программах.